ol Barkan Cerim'de. Kino boşaldı. Oğlan canına bulayım. İşte tam atanı bekliyor, слушать цетели, брат. Вот на самом деле у Лугича да слушаются или только маленькие? Нет, взрослые дети, у которого пятеро, шестеро детей, трое уже детей. Эти дети, у которых по пять детей, слушают старика отца. Да, ну отец тоже не такой старый, но все равно. Ну примерно сколько лет? 55 где-то лет. И вот его все дети слушаются, хоть и отдельно живут. Нравится, не нравится, что он делает. Mm. Айтты кеттілі, айтты кеттілі. Еткен етелділі. Еткен етелділі. Вот бірін шақырды ма? Бірін шақырса бірі жоқты. Ол жоқ тарбазда. Ол жоқ осы, ічесін елгісі келеді, не керей. Это я вообще в шоке была. Такое, ну, в смысле, атаға-наға. Ма біздің кеттілі, ой, да не хочу. Ой, да не могу. Да ол не е керекті. Алла жоқты. Şehir kaparını kalay ol ot ullu gideceğini degen üyde üyürde bek tutkan en Kafkaz'da alada. Sonra işte interesine kelinleri ma ünlü kızları çedirildi. Kızı yoktu da. Ünlü kızları çedirildi. Kalayanlarga buluktu ünlü kızları. Kalay ne bak kalayse de kelin de söyleşmeydi. Atlarını aittı. Sonra bir kelin çıkın ceratkanmadı. Sonra ceratkandaydı ma bu. Хорошая, говорю, она у тебя, говорю, снаха демеди. А ты знаешь, как я сына женил, говорит? Я два раза ее увидел, говорит, ходил. Дал сыну деньги и сказал, она будет моей снахой, говорит, иди привези себе жену. Я говорю, ему сам привез себе демеди. А куда бы он делся? Надо ж, как здорово. И живут, знаешь, хорошо живут. Машалла, машалла. Вот отец сказал, женился. Отца вот. Этого... Атасы выбрал, вот он пошел, ему мне понравилось. Энд пизде да бартла, она атаса ляганы. Келин деп сөйлешмейді, атын айтып сөйлешет кезі. Ол да келеді, видимо, айырып мүшет. Папочка, что хочешь? Что тебе машалла принести? Это вообще, я вообще в шоке была. Ма, Лиля жаным кезім, ма ол теманы айтқаның қалайги болды. Біз милетті ва, жаш адамла, бұ интернетле танышамыз да, бір-бірі біз біле әріу айтып, қайдам үйір халілерін біліне келі, мұлық атып, әрге чығалы, қатын алалы, әрі чүкті деп қарайлы. Ата-ана сайлаған, игірек болыр мәт дейім. Не үшін, түз болыр мұ ол, ала қарап, үйірге, біз үйірге жарар деген қаллары бұл қалісі біле, енді жылы келген адам кере көріп, ол шүру чүкін, ол қысқын аңылаған та қаллай болған келешереген. И сонра білеміз, алада все равно ұлы кетші айырған. Еще я была в шоке. Мои двоюродные сестры пришли, и двое, уже она после операции на сердце стоит. Я говорю, вы что стоите, садитесь, говорю. Она говорит, а это же мои заловки, они старше меня. Говорит, и хрен достает. Представляешь? Вот молодцы какие. Я вообще в шоке была. Ну, адетле туталла, каты туталла, да? Ингушла чечелле, каты туталла. Ну, Аллах айтса, біз де тұтарбыз. Сонра жаңада сабиле, но кичи сабилені балуют. Кичи сабилені балуют. Балуют, да? А вот біз ақалай строго тұтарбыз. Айу айтып, неметіп. Любой затына машколға барғын чынға возрастыға дәрі, мне кажется, они детей балуют. И очень любят детей. Вот это у них есть. Любой зат последний отдадут, Хабарып түрлі, они их и в школу, и на борьбу, и на все, что можно, водят этих детей, школьников. На английские языки, которые нужны, везде водят. Да, машалла. А Визниклева, ой, андач хатулер не керекті, ой, мандан литер не керекті. За будущее никогда не думает своих детей. Ну, бір... Я понимаю, тяжело. 20%, конечно, сабилерін еркелете болла, кесері сүйгенше, ачқа да табып. А бір қауымна кетісі біле, да ачқа табылмай қалады. Ну, ты меня извини. Нафига ты норковую шубку за 100 000 берешь, если у тебя трое детей? Займись лучше этими детьми. Долго чисто. Ну, я понимаю, если у тебя лишние, ты пошла купила. Тем более у нас в нашем регионе куда в этих шубах ходить? Друг перед дружкой красоваться. А на борту менджокс. Эршмеклик. Пришу балган это, шыдағылу. Анда чигалы орлап кеттіле. Азиядан бері көчіп келгенде, алай таққанымда, үйге кірген жерде. Қар чыққан ек білмеме. Қарасам жоқ. Чигалы өтіп барғанын көрдім, алып кеткелді.
кимейм мен шубанан бери. Мына 30 жыл, 40 жыл шуба кимейм. Я вообще даром даже не надо мне эту шубу. Что куда я в ней пойду? Алайт. Если только на приём к Путину. Так и мечтаешь к нему попасть. А? Любимчика нет, своего. Нет. Я люблю, то люблю. Любимчик твой. То любимчик, то мой любимчик. Ну, мы опять с моей подругой, любимой, вот, решаем сканворды Лилией Зеновой. Чего там нашла? Там не ладно, снимай. Не буду снимать все. Чего ты нашла? 8 там? Животных, 3 людей, 1 прибор, это зодиак. 8, еще раз скажи, 8 приборов. 8 животных, 3 людей и 1 прибор. И 1 прибор. А что там за прибор? Ну, не знаю, давай гадай. Зодиак, ну надо же, а. Ну, надо же. Интересно. Что тебе еще запомнилось в поездке? Ну, ничего так, все хорошо, все интересно, но понравилось мне вот это вот внутрисемейные вот эти вот... Отношения, да? Вот это, вот. Садятся когда за стол, все вот садятся за один стол или мужчина отдельно у них? Нет, когда отдельно, мужчина отдельно. Когда семья все вместе. Все вместе? Но у них так, как вот узбеки, первый, когда хозяин дома потянется к хлебу и что-то скажет, скажет молитву, и после этого все начинают кушать. Молитву читают перед едой, и после еды это у них... Они тоже читают, да, ингуши? Молодцы. Жарат келгенсе сора. Неше саат бардың ары? Карачайскийден бар мыды магазға автобус? А қайда мінгенің? А, сіз кесіңіз бар. Карачай Снальчик, а уже Снальчика на этот самый, на Назрани оттуда вот. Сыра дали. Так, мученица Горюнья. Мученица Горюнья. Страдалица. Страдалица. Так вот, товарищи, вот это все я решила. Она всего здесь три слова нашла. А это весь, всю страницу я нашла. Умница. Я все слова нашла. Я умница. Опа.